Между тем, в столице Коми программа переселения жителей из аварийного жилья уже стартовала. Столичная мэрия заключила первый договор по программе развития застроенных территорий. В течение 4 лет победитель аукциона будет обязан возвести на месте деревянных домов в районе центрального рынка Сыктывкара несколько многоэтажек, а жителей, проживающих сейчас в ветхом жилье, обеспечить благоустроенными квадратными метрами. Сегодня это больше 1000 человек из 38 домов. По словам руководителя компании-победителя, многие из них уже высказали желание остаться в этом же районе, а значит, первых потенциальных жильцов застройщики уже получили. На время возведения домов гражданам предоставят квартиры из резервного фонда, где они будут платить лишь за свет и коммуналку. Впрочем, район центрального рынка, по словам заместителя мэра Вячеслава Козьякова, пусть и приоритетный, но не единственный. Своих аукционов ждут еще 3 территории. Следующие аукционы будем запускать, мы планируем в этом году и в следующем, посмотрев начало реализации этой программы. Потому что в целом вот такие программы развития застроенных территорий по России, ну, идут очень тяжело. Масштабный проект реализуется по поручению главы Республики Коми. В целом программой предусмотрено расселение 220 жилых домов, в которых проживает почти 6000 человек.